природа настолько очистилась, что новинкондишн вернулась. Молодое достояние, то, с чего он начался и то, чем он закончился. Вот он, Митюшка, он же Мухаммед, он же человек в рубашке. Кто-нибудь его помнит вообще, вот эту вот рожу, как кому-то он пожирнел? Ну давай, давай. Раньше ты магию трогал руками, теперь вытри руки. Тряпка. Нет, это специальная тряпка, не трогай. Очко? Протери тряпкой очко. Короче, Дима протрет тряпкой очко и будет открывать бустерок. Берсерк героев, если он вскроется хорошо, то, возможно, контент на Nintendo, господи, на Винкондишн и будет. А не на Nintendo точно будет, а на Винкондишн вашим сраным не будет. Да, есть только одна проблема. К сожалению, то, что говорит Бобер, невозможно скрыть Берсерк герой хорошо. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Трофимов Дмитрий, и сегодня мы с вами будем... Чего тебе глаза бегают? В камеру смотри. Берсерк. Камера. Снимать камера. Анпакинг пачка Берсерк героя. Почему этот стол падает? А что будет, если я сделаю вот так? Он тебе яйца тебя отобьет. Вот. Ну открывай уже, хватит болтать, сдолбал. Спасибо тебе, дорогое, как там, Волдбой? Как давно я этого не делал. Господи, ты боже мой. Только на меня раскрывай. Давай, давай. Давай, давай. Ты знаешь, как здесь определять редкость? Нет. Я тоже не знаю. Ну смотри, короче, ищи сиськи. Расхитительница рун. Если ваш герой нейтральный, на выстрел меня. На два. На меня показывай. Поворачивай ее. Говно, какое говно. Рунопевец. Ваша гно... О, это хороший карт. Да? Я уверен. Дорогая? За сколько продашь ее? За 1000. Давай я попробую угадать, какая из этих карт, типа, редкая, ультраредкая, какие анкомончики. Ты серьезно? Да. Ну давай, открывай, открывай дальше. А они никак в магии происходят? Ну давай, да нет, как в покемонах. Давай, открывай дальше, ну побольше, открывай быстрее. Так, хорошо, это вестник неизбежного, упрямый гном, давайте, вот хороший. Рыцарь-скелет. Так, я, по-моему, начинаю понимать. Синие — это гномы, нежить — это вот эта залупа. Как? Что сказал такой? Нежить — это вот такого цвета, значит. А, знаете, кирсан. Почему она слуга? Я, извините, пожалуйста. Так, знак друида, перенаправление энергии, подношение. Что здесь происходит? Уничтожьте ваше существо. Давай, давай, найди легендарочку, которая стоит 1 000 000 денег. Слушай, а мы знаем, кто такой Роман Царьков? Да. Прекрасный художник. Вот он нарисовал Марага. Да. Страшно. Дим, мне кажется, ты порастерял все. Ты вообще не смешной. Шутки когда будут? Тебе вообще зачем на винкондишне держали, чтобы ты весело шутил про пиписьки? Ни одной шутки про пипиську. Мне вообще-то запретили. Я сказал, не говори тебе хуй. Про пиписьки шутить можно. У тебя небольшая...